в Вестминстерском аббатстве в Англии. Там все погребены именитые люди. Я вот даже недавно беседовал с Чарльзом Дарвином. Я не являюсь поклонником обезьяньей теории, поэтому мне как священнику было интересно поговорить. «Чарльз, как тебе там?» – обращался я к этому надгробию. «Что ты скажешь? Есть ли какие-то, как тебе сейчас кажется, промежуточные звенья между видами?» Между зеброй и жирафом у него было наивное представление, что археология найдет эти промежуточные звенья. И вы думаете, что я услышал? «Батюшка, не соблазняйся моей теорией, не от большого ума. Я эту гипотезу выдвинул, в которой сейчас раскаиваюсь». Мне кажется, даже считала, что он раскаялся перед смертью. «Ни к медведю, ни к свинье лично ты не имеешь никакого отношения». Хорошо бы, чтобы он раскаялся. Насколько я знаю, религиозное чувство в нем скудело, скудело. Жалко англосаксов, жалко датчан. Ура, мы русские, какой восторг! И давайте свидетельствовать посредством телеканала «Спас» о торжестве и разуме православия всей вселенной. Предлагаю наши передачи транслировать хотя бы на английском и китайском языке. Передайте начальству мою мирную инициативу.